Значит, сегодня мы поговорим о новом тач-наборе Vital 5. На самом деле, для того, чтобы наш организм, каждая наша клеточка, получала максимальное количество питательных веществ, для того, чтобы она функционировала правильно, нужно, чтобы она получала и витамины, и минералы, и фитонутриенты, и биофлавоноиды, и многие-многие другие вещества. Сейчас выпущен новый комплекс, новый тач-набор Vital 5. И это может вполне иметь место как базовая программа. Почему? Я сейчас расскажу по каждому компоненту. Потому что это действительно очень правильно собранный комплекс для того, чтобы наш организм максимально получил то, что ему нужно. А то, что не нужно, токсины, или как говорят, это шлаки, да, в народе, это все выходило. Значит, первый продукт. Естественно, самый главный наш продукт – это гель алоэ вера. Кратко я расскажу о геле алоэ вера. Конечно, это уникально. Мы обладаем тем, что не обладает, ну, ни одна компания не владеет таким сокровищем. Почему? Потому что то, что сам лист алоэ вера, то, что само растение целебное, это никому доказывать не нужно. Да? Но то, что содержится в этой баночке, оно максимально сохраняет все то, что содержится полезного в самом листе алоэ вера. Нью-Йоркскими лабораториями установлено, что 98% всех полезных питательных веществ, которые есть в самом листе алоэ вера, они сохранены. Почему? Потому что компания Forever владеет запатентованной формулой стабилизации геля алоэ вера без использования нагревания до 100 градусов, да, то есть кипячение, когда все полезное погибает, без использования химических консервантов. Используются только натуральные консерванты, витамины А, С, Е, температура 38 градусов и чуть выше, и практически все полезное сохраняется. Что полезное? Это и минералы, это витамины, это фитонутриенты. Это очень важно, что это ферменты. Это очень важно. Почему? Вот когда человек начинает пить гель алоэ вера, первое, кто видит эффект, это люди, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Почему? Потому что идет очистка. Очистка организма благодаря именно ферментам, которые содержатся в этом соке. Витамины, они являются коферментами, то есть помогают ферментам, помощниками ферментам. Но самое важное – это ферменты. Гель алоэ вера – это профилактика сердечно-сосудистой патологии, потому что нормализация идет уровня холестерина, идет препятствие образования атеросклеротических бляшек. Вот, поэтому также повышается иммунитет и многие-многие другие эффекты воздействия на нервную систему обладает именно гель алоэ вера. И я хочу сказать, что это мощная транспортная система. Кроме того, что сам гель алоэ вера содержит массу питательных компонентов, еще все, что мы дальше додаем, да, биологически активные добавки, минералы, витамины, они максимально быстро попадают в каждую клеточку нашего тела. Поэтому основной продукт, конечно же, это гель алоэ вера. Далее, это арктическое море. Я раньше не добавляла в той базовой программе, которую я давала, арктическое море, хотя рекомендовала. Но и на сегодняшний день мы пересмотрели с врачами, и в любую базовую программу мы добавляем арктическое море. Почему? Потому что все вы знаете, что рекомендуется любому человеку 2-3 раза в, 2-3 раза в неделю употреблять рыбу холодных морей, глубоководных. Глубоководных, да? Почему? Потому что там содержится омега-3 жирные кислоты. В Арктическом море у нас содержится омега-3, омега-9 жирные кислоты и витамин Е. Омега-3 жирные кислоты – это как раз-таки из рыб глубоких, холодных морей, глубоководных рыб. Это нам необходимо. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, и сахарного диабета, и онкологических заболеваний. И люди, вот то, что к нам рыба приходит замороженная, да, из холодных морей, это совершенно не то. То есть там не сохранены омега-3 жирные кислоты. Поэтому нам, все вы помните, как давали с детства рыбий жир. Я хочу сказать, что омега-3 жирные кислоты, они необходимы и при беременности, потому что для нормального функционирования нервной системы плода, для правильного формирования нервной системы плода, это необходимо. Поэтому, если этого не будет хватать, самое плохое, что может быть, это порог развития плода, чуть менее плохое, это снижение интеллектуального развития и другие поведенческие реакции. Поэтому беременным необходимо употреблять арктическое море омега-3 жирные кислоты. И поэтому этот продукт, он также является необходимым базовым продуктом. Омега-9 жирные кислоты, это содержится в оливковом масле. Вот у нас страны Средиземноморья, они очень активно употребляют оливковое масло. И у них количество заболеваний сердечно-сосудистых,
онкологических, сахарного диабета намного ниже. Так же само, как и страны, где холодные моря, да, японцы, эскимосы, у них намного ниже процент этих заболеваний. Поэтому Арктическое море необходимо каждому человеку. Витамин Е, который добавлен, он является очень мощным антиоксидантом. Следующий продукт, который входит в набор Vital 5, это Orange. Это, конечно, гордость компании Forever, хотя, мне кажется, куда ни посмотрю, у компании Forever везде гордость. Так вот, Orange Plus, все вы знаете, что это на основе аминокислоты L-аргинин в комплексе с антиоксидантами. Аминокислота L-аргинин была получена Нобелевская премия за ее роль в организме человека. То есть что она делает? Она превращается в организме в оксид азота. Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, ток крови, питательных веществ, кислорода улучшается ко всем органам, к каждой клеточке тела. Да? И, конечно же, каждая клеточка начинает функционировать правильно. И Нобелевская премия была получена тремя учеными, один из которых Феррит Мурат, сотрудничает с компанией Forever и считает Orange Plus самой лучшей формулой, потому что идеально сочетается с антиоксидантами, L-аргинин идеально сочетается с антиоксидантами, что оказывает благотворное влияние на организм. Конечно, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, это гипертония, да, повышенное давление. У кого есть ожирение, потому что при ожирении сосуды сужены, необходимо также профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно же, инсульты, инфаркты. Необходим L-аргинин. Но L-аргинин, Orange Plus, необходим любому здоровому человеку. Тому человеку, который хочет повысить свою работоспособность, потому что улучшается ток крови и к мышцам. Движение становится более скоординированным. Это и мужское здоровье, что очень тоже актуально. Повышается либидо, улучшается умственная деятельность. Вообще человек начинает себя намного лучше чувствовать. Утром встает, уже силы есть. Поэтому Orange Plus уникальный комплекс, который также рекомендован любому человеку. Я скажу потом просто по дозировкам в конце. То есть не надо сразу начинать с больших доз, потому что действительно может появиться головокружение и так далее. Поэтому нужно очень четко начинать с маленьких доз. В конце я скажу, какие дозировки. Следующий компонент – это Forever активный пробиотик. В любую базовую программу всегда добавляйте Forever активный пробиотик. Почему? Скажу так ненаучным языком чуть-чуть, да, то есть у нас в организме, в нашем кишечнике содержится нормальный микроорганизм, нормальная микрофлора, и содержится плохая микрофлора, это патогенные микроорганизмы. В связи с тем, что мы употребляем консерванты, неправильное питание, нездоровый образ жизни, к чему это приводит? То, что наша нормальная микрофлора начинает погибать, а патологическая плохая микрофлора начинает размножаться. Отсюда начинается вначале, первое, это проблемы с пищеварением. Дальше как комом наслаиваются все другие заболевания. Посмотрите, сколько аллергий. А ведь иногда достаточно нормализовать пищеварение, потому что вот эта плохая микрофлора патогена, она сама является аллергеном. Поэтому это очень важно. Все начинается с нашего желудочно-кишечного тракта. Опять-таки смотрим на Forever активный пробиотик. Запатентованная формула, аналогов нет ни на отечественном, ни на мировом рынке. Почему? 6 самок, самых основных, самых нужных, бифида и лактобактерий. Единственный пробиотик, который благодаря своей формуле, его можно не хранить в холодильнике, не нужно хранить в холодильнике. Кроме того, двуслойная капсула, которая не разрушается в желудке, потому что большинство пробиотиков разрушается в желудке и до кишечника, где она должна работать, оно не доходит. Эта капсула сохраняется, и пробиотик доходит до кишечника, и только там начинается работа, там, где это необходимо. Поэтому обязательно месячный курс пробиотика необходимо пропить всем. И я хочу сказать, что многие люди... Почему нарушается микрофлора еще? Бесконтрольное употребление антибиотиков. Сейчас это очень актуально. Но даже если вы не употребляете антибиотики, поверьте, каждому из нас они поступают с едой. В свинину, когда, да, свинина, говядина, курятина, везде добавляют сейчас в корма антибиотики. Поэтому вот так настолько сильно сейчас нарушено пищеварение, настолько много аллергий и других заболеваний. Поэтому рекомендую также добавить это в базовую программу. Следующее. Это Forever Daily. На нем остановлюсь чуть более подробно. Это новый продукт. Вы знаете, я когда начала его изучать, я убедилась, что это революционный продукт, правда. Это разработка и диетологов, и врачей, и специалистов в области здравоохранения. 3 года шли исследования. Для чего? Чтобы максимально лучше были соотношения самых важных питательных компонентов, которые нам необходимы в научно сбалансированном количестве.
И я когда начала изучать, это действительно уникальный продукт, это революция, можно сказать, даже в нутрициологии. Сейчас расскажу почему. Ну, во-первых, это 55 основных питательных компонентов, нужных, важных, проверенных временем. И самое главное, именно в том соотношении, в котором необходимо. Это очень важно. Почему? Потому что у нас, когда минералы и витамины поступают в наш организм, они начинают конкурировать за потребление. Ну, например, витамин А, когда для того, чтобы произошло его нормальное всасывание, оказывается, необходимо правильное соотношение витаминов С, Д, Е и такого минерала, как цинк. С другой стороны, чтобы цинк, если мы передозируем цинка, то тогда у нас будет идти выведение и сниженное всасывание железа, что ведет к анемии, то есть сниженному гемоглобину. Поэтому я не буду долго загружать именно вот этими терминологиями, просто важно понять, нужны правильные соотношения, чтобы максимально все усваивалось. И в Forever Daily эти соотношения действительно научно обоснованные и очень правильные. Далее. Это, конечно, революция состоит в том, что вот этот комплекс АОС, алоэ олигосахариды. Что это за комплекс? То есть все питательные компоненты, которые имеются в Forever Daily, они соединены с алоэ. Для чего? Для того, чтобы максимально быстро и максимально эффективно доставить все компоненты, минералы, витамины, биофлавоноиды, фитонутриенты, антиоксиданты в каждой клетке, каждому органу, чтобы произошло максимально быстрое всасывание и доставка. И вот этот вот комплекс, это действительно уникально. Следующее, это запатентованные хилатные минералы. Объясню так, просто постараюсь. То есть минералы, когда поступают в наш организм, они, если это просто минералы, что такое хилатные? Это соединены с белками. И только минералы, соединенные с белками, они могут всасываться и доставляться к клеткам. Именно быстро, хорошо, качественно. Если в наш организм поступает просто минерал, да, без соединения с белком, возникает изменяется кислотность кишечника, раздражение в желудке и не идет всасывание. Да, то есть это идет выведение, это мы употребляем зря эти минералы. Поэтому очень важно, чтобы это были хилатные минералы. И здесь это именно хилатные минералы. И FVX-20, запатентованная смесь фитонутриентов, биофлавоноидов, антиоксидантов из 20 фруктов и овощей. Это действительно уникально, чтобы вы понимали, очень многие слышали эти слова, биофлавоноиды. Я вам сейчас кратко расскажу, что это такое и для чего это нужно. У нас из-за стрессов, из-за неправильного образа жизни, из-за экологии, у нас очень много сейчас свободных радикалов. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые потеряли электрон, и они вот так вот движутся и начинают повреждать все, что вокруг, все органы и ткани, которые есть вокруг. Для того, чтобы восстановить и чтобы превратить эту молекулу, нестабильный свободный радикал, в нормальную, стабильную молекулу, нужно вернуть ей электрон. Кто это может сделать? Это могут сделать только антиоксиданты. Чаще всего это витамины А, С, Е. Они возвращают этот электрон и восстанавливается вот это вот нормальное состояние молекулы, и она прекращает, да, быть нестабильной. А свободные радикалы являются причиной и онкологических заболеваний, и сердечно-сосудистых, и болезни Альцгеймера, и болезни Паркинсона, и многих-многих других заболеваний. Что такое биофлавоноиды? Когда антиоксиданты борются, они часто сами портятся, скажем так, сами становятся свободными радикалами, и тут идут на помощь биофлавоноиды, которые сами помогают своим же, да, в битве, помогают антиоксидантам. Фитонутриенты, вещества, которые содержатся в растениях, они защищают растения от бактерий, от насекомых. Когда мы употребляем растения, фрукты, овощи, злаковые, бобовые, то эти фитонутриенты начинают защищать и нас. Поэтому 20, представьте, 20 фруктов и овощей содержатся в этой добавке, в маленькой, недорогой, на мой взгляд, революционной добавке, Forever Daily. Поэтому я очень рекомендую присмотреться к этой добавке, она восполняет все, что необходимо, все, что мы раньше забирали, там, отдельный витамин С, там, натурмин и так далее, она все это содержит. Что входит в состав Forever Daily? Это все витамины группы В, это витамины А, Д и С, это минералы, вы видите, это и кальций, это и железо, да, то есть профилактика анемии, профилактика остеопороза, и магний, и марганец, и цинк, и селен, да, селен – это мощный антиоксидант. Это коэнзим Q10, все вы знаете препарат кардиотоник, который содержит коэнзим Q10, все вы слышали, все вы знаете, насколько это тоже уникальный препарат. Здесь входит тоже коэнзим Q10 и вытяжка из 20 фруктов и овощей. И последнее, что я скажу по Vital 5, это как его принимать. Значит, гель алоэ вера,
Я рекомендую 120 мл в сутки, да, но хотя бы профилактическая доза это 60 мл утром натощак. Начинаем постепенно, помните все это, да, с одной чайной ложечки, за 20 минут до еды. Если есть гастрит и язвенные болезни, то после еды, постепенно переходим на до еды. Дальше увеличиваем до 2 чайных ложечек, до столовой, 2 столовые, доходим до 60 мл. Обязательно нужно знать, что начинают выходить токсины, потому что гель алоэ вера – это мощное дезинтоксикационное средство. Что может быть? Тошнота. Предупреждайте людей. Головная боль. Идет работа. Нельзя прекращать принимать. Нужно понизить до максимально низкой дозировки. Пусть это будет чайная ложка. Но продолжать принимать. И пить много воды. Обильное количество воды. Чтобы эти токсины не задерживались в организме, а наоборот выходили. 2-2,5 литра воды. Значит, то есть 60-120 мл в сутки гель алоэ вера. Дальше, Арджи плюс, мы растворяем Арджи плюс утром, например, да, вечером не нужно, утром, либо если утром 60 принимаем, значит 60, если сразу же 120 мл, значит 120. То есть растворяем Арджи плюс один раз в день в геле алоэ вера, можно и в воде. Сколько? Значит, начинаем хотя бы с полмерной ложечки. Можно даже начинать вообще постепенно, на кончике ножа, да, совсем чуть-чуть. И постепенно увеличиваем до полмерной ложечки. У людей, которые, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, там нужна целая мерная ложка, но тоже идите к этому пену. Но эта добавка, она того стоит. Вы увидите, как люди себя начнут намного лучше чувствовать, будут вам благодарны. Следующее – это Арктическое море. Арктическое море вы пьете по 2 капсулы 2 раза в день. Очень часто людям неудобно 3 раза в день, поэтому можно по 2 капсулы 2 раза в день. Пробиотик – это однократно, 1 раз в день. Желательно, чтобы это либо утром натощак, либо через 2 часа после еды, либо на ночь. Да? То есть не вместе с едой. 1 капсула в день, 30 дней. И Forever Daily – это по 1 таблетке 2 раза в день. Вот, такая схема приема. И последнее, что я расскажу. Еще раз акцент, да, то, что это может быть базовой программой. Это великолепно, что оно в одном наборе, удобно, потому что не нужно собирать и так далее. Человек сразу начинает принимать правильно, все получает и видит эффект. Вот, наверное, это все, о чем я хотела сегодня сейчас сказать. Всем вам желаю здоровья, всем вам желаю успехов. Вот, мы находимся в правильном месте, в правильное время. Вот, всего хорошего.